Ты не должен жить в гараже моего отца, Билли. Ты здесь задыхаешься. Мне ведь и так трудно. Не усложняй, прошу тебя. Пожалуйста, посмотри на меня. Ты действительно хочешь быть бетоноукладчиком? Может, со мной в колледж поедешь? Мне ведь без тебя никак. Ну, хватит. Ты меня убиваешь. Если ты так сильно хочешь стать бетоноукладчиком, поезжай на гамак, а там тебя обязательно примут. Я люблю тебя, Би. Я все хотел тебя спросить. Если он такой суперкосмический робот, то почему он выглядит как суперстарая машина, а не как техника гамака? Но нет, так нельзя. Смотри, смотри, что ты наделала. Фантастика. Ты что, хотела машину, как у белорусов? Он всю жизнь мечтает быть таким бетонным пальчиком. Toss back.